Всех приветствую на канале Game on Epic. Итак, давайте совершим пару миссий. Прибьем несколько главарей. Какой нам проще-то? Давайте сначала Корсита. Отыщите Корситу. Так. Корсита, хорошо. Идите в банк, устраивая крутую вечеринку в попытке вернуть самых ценных клиентов ввиду шороха, наведенного в Агуа Верде. Обломайте тусу и возьмите Корситу. Как крупный игрок он кончился. Хорошо. Итак. В этой локации он здесь самый главный считается. И прибить его, это очень даже хорошо будет. Будем на шаг ближе к самому главному. Какой-то лысый чувак, я уже забыл даже, кто он там, судьбой обиженный. Так, нам надо его найти. Ага. Одного у Корсита не отнять, но он не так умеет вовремя выйти из игры. Ты о чем? Мы перевернули этот курорт вверх дном. Осталось так, разве так, что спалить сюда тла и посыпать землю солью. Любой другой на его месте понял бы намек, а Корсита решил устроить вечеринку. Так. Он идет ва-банк. Если он не убедит гостей випов в своей надежности, они навсегда покинут Агуа Верде. А тогда он... Стоп. Открываю так. Огонь. Открывайте. Давайте я посмотрю пока. О, где, что, как. Черт, нас заметили. Конечно, заметили. Ясно, выхожу. Так. Нашего подстрелили. Мне надо подстрелили. Сменить позицию. Черт, у нас потеря! Цель получена. Кого-то убили, кого-то пристрелили. Держись там, я иду к тебе. Так. Давайте вот так вот сделаем. Мы запросили минометную поддержку. Посмотрим. Мины пошли. Кого вы там сделать? О. Похоже, тут вечеринка Корситы. Черт, так. И как же нам найти Корситу в этом бардаке? Так, внимание так, к себе так. Не привлекаем. Находим Корситу, а потом начинаем действовать. Ясно? Ясно, босс. Не спать, за дело. Так, мы перевернули этот курорт вверх дном. Осталось разве что спалить сюда тла и посыпать землю солью. Любой другой на его месте понял бы намек. А Корсита решил устроить вечеринку. Повторяешься. Он идет ва-банк. Если он не убедит гостей в вот своей надежности, они навсегда покинут Агуа Верде. А тогда он понесет убытки. И здоровье пострадает, если ничего пострадает. Не отвечать ему перед... Итак. Вижу нашего Корситу. Не убивайте Корситу. Мне его допросить надо. Живых, чтобы мог говорить. Так. Для этого мы наш любимый пулемет берем сначала. Так, так, так. Так, так, так. Ну. Пока у меня есть пулемет, кто на меня? Ох. Вспотейте, вспотейте, ребятки. Много гражданских. Осколочная, получай. Бак. Выходи по одному, как в тире. Ой, за кусточком спрятался, думал, все. Как у Христа за пазухой. А нет. Ну что, ребятки, у меня ж пулемет, и вы об этом знаете. Куда ж вы? Давай, ну давай, давай, самоубийца. Нет, так я сам к тебе приду. Давай, где ты? Вот так. Вот и все. Так, его нам не убивать, значит. Иди руки, сюда, руки, руки, петушара. Да расслабься, я ничего не делаю. Осторожней. Так, это... допросим. Все, достали. Я хочу адвоката. Кого? А получишь авокадо. Мы не шутим, придурок. Адвоката тебе. Адвокат может разве что проверить завещание. Вот. Эй, именно. Погоди. Давай обсудим. Сколько денег вам надо? Все давай. Я дам. Давай. Ты знаешь, кто мой отец? Да даже твоя мать не знает, кто твой отец. Я работаю на правительство США, только на подтирку моей жопы идут миллиарды. Казенная кормушка мудила. Чего тебе от меня надо? Мне нужен список. Список всех, кто посещал ваше заведение. Вот так деньги уходят наши на подтирки жопы. Ну ладно. Бог знает кому.
Все данные по гостям есть на сервере, идет! Идет. Эх, не жилец ты. Ой, ой. Как-то я не вовремя стал перезаряжаться. Ну да и ладно. Так что, их вертолет возьмем? Так, так, так. Так, стоп. Тут какая-то бумажка. Так, сейчас посмотрим. Что за нахнагель? Так. Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы. Йогуртом по губам. Да. Они-то помогают. Просмотр документов. Здесь нужно найти важные данные. Найдем. А сейчас я хочу улетать. Так, так, так. Какую взять? Какую бы взять? Эх. Жалко, что у меня напарники бестолковые. Итак. Второй. Петушара у нас вот здесь. А. Так, это что у нас? Ладно. Как раз сюда прибудем. Это по дороге. А давайте по дороге. Боуман, возьму. Да, порядок. Эти гости больше никогда сюда не приедут. Кроме того, Корсита сказал, где список. Идем к серверу. Хорошо, за дело. Конец. Так, 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 так. Так, 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 так. Корсита сказал, где. Так вот и мотаешься по командировкам, как будто у тебя турне из города в город, день, ночь, все люди как люди спят, я на вертолете летаю. Так, 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 остановим, достичь цели. Достичь цели. И вот. Не на ту кнопочку, а быстрее. Стоять, стоять. Не туда. Он, тварь, туда полез. Ладно. Вот здесь на повороте само то будет. Так, пулемет и по кабине. Опасность рядом, враги. Только далеко не стрелять, нам нужен его груз. Стреляю. Да укройся же. Давайте, я вас что, зря прокачивал, что ли? Вы должны эффективно валить врагов. Именно так было сказано в прокачке. Давай. По грузовику не стреляйте. Там сколько пятерик, сколько забито в него. Так. Машина эскорта уничтожена. Вот так вот. Территория зачищена. Сообщим повстанцам координаты машины с продовольствием. Пошли. Полетели. Итак, нам этот петушар вот нужен. Кашевар найден. Кашевар. Привезите мне эту мразь. Ему за многое что придется сигнала? Ответить. А, привезти. Значит, его еще эвакуируют. А, отыщите. Так, ладно, отыщем. Ой. Что-то отлетело. Или прилетело. Давай, 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 давай. Давай. Чё ты как пенсионер к земле тянешься? Вот так. Похоже, не по себе. Приближаемся к базе картеля. Надо найти пассалера. Надо. Найдем.
нас, мы еще живы. Мы их раздразнили. Мать его, чем это несет? Да. Это запах смерти. Так, так, так. Более-менее спрятались, ладно. Дрон в полете. Тут территория большая. Мы поручили повстанцам провести разведку. Давайте, давайте, давайте. Отыщите его, отыщите. По-любому где-то в доме. Большом. Занимаю позицию. Так. Цель выбрана. Жду указаний. Подожди. Дайте найти хорошую позицию. Давай второго. Сразу. Где тут третий-то? Ясно. Цель выбрана. Цель пропала. Сейчас займу вот позицию. Вот так. Вижу цель. Иду огонь по мотокам. Ага. Не уследил. Так, ладно. Ничего страшного не произошло. Ну, кстати, в этом здании опять какая-то бумажка. Надо было спрятаться получше. Кто же знал, что они под таким захолустьем ходить будут? Сейчас доктор Пилюркин меня подлечит. Где вы шлялись? Ой-ой-ой-ой. Ой. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Сюда летит вертолет. Вертолет. Ай-яй-яй. Так. Так, 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 так. О. Кто свалился? Есть еще одна цель. Так. Так, а где энергия-то у них? У нас здесь тут летит вертушка. Вертушка летит. Вертолет, так. Ложись. Заброска радиотехники. Ну, что такое? У нас потери, потери. Давай. Вот так. Ух ты, так я еще вовремя отошел. Эге. Это что, мой единственный вход и выход? Так, ладно. Дрон в помощь. Что делать, что делать? Снимать, что надо бегать. Продержись, я сейчас. Я иду на позицию. Это вообще зажат. Мне еще надо сменить позицию. Так, кто где? Они в счет, ясно. Цель получена. Так. О, черт. Ладно, где-то летает так. Еще один вертолет, так ведь? Ой-ой-ой. Провалил сюжетное задание. Ну и ладно. Так. А, нет. С чего тебя провалил-то? Просто задание переключилось. Нет. Вот так. У меня пулемет, куда вы? Дебилы. Да. Кто они-то? Ну-ка, вот чтоб вам скучно не было.
Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Так. Еще одна цель. Где кто? Тревога. Тревога. Я знал бы, где этот энергетический бункер ваш. Так. Мы поручили повст... Вижу Пасолера. Помните, вот он нам нужен живым. А ну тебе-то хана. Да. Зараза, чертова сирена. Так. Тут подтянулось еще куча уродов. Ничего страшного. Так. Так. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Вообще. Бегнись. Ничего страшного, я их одолею. Убит в бою. А хотелось бы умереть в кровати. В одной руке пиво, в другой женская сиська. Ну, приходится вот так. В бою. На чужой земле. Ну ничего, сейчас мы отыграем свое. Мы свое возьмем. Так, так, так. Дрон зажмите Z. Так, улучшайте дрона с помощью навыков. Прибор ночного видения, тепловизор, приказы, инструменты. Так. Итак. Добраться. Ну теперь хоть я знаю где. Искать долго не придется. Так. Сейчас потихонечку, помаленечку. Йоу, здесь враги. Конечно. Йоу, поиск отеля. На блокпосте. Вижу вторую цель. Так. Молодец. Заметил еще одну. Блин, я что, за вас что ли убивать их должен? Так, нет, так дело не пойдет. Так некрасиво получается. Отойди, а то тебя увидят. Ой, вот кто? Как? Случай. Ебучий случай. Он вторая сейчас подъедет еще. Не, надо минировать. Пс, минировать и взрывать к чертям собачьим все здесь. А. Так, где мой пулемет? Мы на прицеле у снайпера. Чертов снайпер взял нас на мушку. Давай, давай, давай. От одного-то мы точно сейчас оторвемся. А от второго скрылись. Все. Теперь главное, чтоб автоматчики меня не подстрелили. Так. Дайте найти хорошую позицию. Цель отмечена. Кто? Нет цели, повторяю, нет цели. Так. Твари. Бежим, бежим, бежим. Граната, укрытись, твою мать. Вертолет, ложись. Да сейчас. Цель получена. Давай. Какого сняли-то хоть? Давай. Кто? Блин. Жопа. Не, с этим надо что-то делать. Так, охота побыстрее, наверное, из-за спешки, из-за этого. Не надо спешить. Не, ну, единственное, что... Да, подъехали. Кто их ожидал? Никто не ожидал. Но такова жизнь. Их никто не ждет, и они приходят. Тоже мне несколько нашлись.
Ой, нет, это был не Несквик. Кто же там? Натс. Натс. Тот, который для мозгов. Так, так, так. Чтобы использовать ручной тормоз. Нет. Тормоз нам нужен очень редко. Особенно на мотоцикле. Чтобы вернуться. Так. Так, так, так. Я вот прямо отсюда сейчас дам приказ дрону, пусть летит. Давай. Дрон в воздухе. У них стоит сигнализация. Вижу снайпера. Выдвигаюсь. Сигнализация. Да, ясно. Стоит. Больше не вижу на позицию. Так. Иду на место получше. Вот так. Ждем. Первый так, ага. Цель пропала, ясно. Цель отмечена. Ну, давай. Синхронизируйтесь. Ну, давай хотя бы так тогда. Есть. Че я ждать буду? Так. Сейчас мы пока просканируем. Так. Вижу третьего. Мы поручили повстанцам провести разведку. Что нам? Этот пятый. Повстанцы. Штурмом брать надо будет. Отсюда есть? Один с пистолетами и пулеметами. Вижу вот. Цель. Смотреть по сторонам. Ход-то отдельный есть. Так. Внимание, турель. Угу. Так. Разгадать меня непросто. Всего 10 целей. Занимаю позицию. Сейчас займу позицию. Цель отмечена. Давай, второго помечай. Ну же. Прямо в цель. Конечно. Здесь один боевик. Где ты его видишь? Рядом с парковкой. Ладно. Один не 10. Так. Так, нам надо туда попасть. На ихней машине заехать. На их машине. Нет такого слова ихней. Есть их. Так. Так они мне откроют дверь сами. Либо вертолет искать. Ясно, вижу, сейчас снайпера. Выйду на позицию. Либо вертолет. Снайпер на крыше. Мне нужен хороший обзор. Ясно, цель выбрана. Цель выбрана. Жду. Цель исчезла. Этот убит. Так, ну-ка, давайте посмотрим по карте. У нас есть вертолет? Поблизости. Нету вертолета поблизости. Так, а этот шел. Ага. Йоу, здесь лейтенант картеля. На террасе. Так, можно пройти. Так, разворачиваемся. Йоу, боевик с ПП. Вон там, на блокпосте. Пусть будет. Там с ПП. Так. Ясно. Выдвигаюсь. Так.
Что у нас здесь? Цель получена. Больше не вижу цель. Так. Так. Я иду на позицию. Давай, хоть одного снайпера-то поймайте. И? Я-то готов. А вы? Ладно. Пойдем. Цель отмечена. Нет цели, повторяю, нет цели. Да, а я свою убил. А вы не можете. Так. ПП. Через окно. Чё, как вариант? Только надо окно разбить. У меня есть цель. Так. Ты как вот туда попал? Эй, здесь боец картеля. У груды покрышек. Как вот ты туда попал? Цель выбрана. Жду указаний. Так, вот. Он готов. Кто здесь у нас? А кто в теремочке живет? Тебя увидят, стой. Я? На КПП. Так. Вижу одного наркодилера. У входа в лагерь. Чё ж только одного-то? Вот так. Наркодилера нету. Так, кто еще тут есть? Так. Блин, там ворота. Что делать? Так. Ну, вроде далеко. Так. Ну-ка, давайте-ка. Вот так. Кореша своего пошел навещать сразу же. Мне не нужно было, как пристрелили, так сразу кореша навещать. Так. Занимаю позицию. Это подлянка была бы сейчас. Цель отмечена. Нет цели, повторяю, нет цели. А где она? Иди. Иду на позицию. Раз нету. Ищи. У меня есть цель. Вижу цель. Давайте. Ну есть. Вот. А говорите, нет. Не вижу. Ю, боец картеля. На складе. Что он там делает на складе? Что в огорода делают твои вода? В полете. Внимание, турель. Так. Один. А. Ясно. Сейчас выйду. Нужна позиция вот получше. Так. Цель выбрана. Ну, штука. Ясно. Цель выбрана. Есть один. Один. Идем. Нам нужен вот этот большой склад. Так.
Так, так, так. Так. Мы поручили повстанцев. Вижу Пасолера. Помните, он нам нужен живым. Так. Я иду на позицию. Так. Цель отмечена. Вижу одного накодилера. Вон там, у ящика с рациями. Мне надо сменить позицию. Нужна позиция получше. Вижу цель. Все? Что да. Распоряжение, босс? Не вижу цель. Эш, мать. Да. Так, повстанцы. Давайте. Повстанцы отвлекут их. Прибывайте. Вот он ты. Тебя срисуют назад. Да. Гнездо. Иди сюда. Руки вверх, держи их на виду. Здравствуйте, сеньоры. Так. Вы не похожи на обычных поставщиков? Не похоже. Я тебе дам, похоже, не похоже. Лейтенант уходит. Так. Спокойно, идем. Идем. Идем, тварь. Мясник. Вертолет будет по тебе стрелять? Будет. Так. В багажник. Так, что-то в багажник, там не толкается. Не тот багажник. Значит, сюда пойдешь. Так, нам надо свалить отсюда. Так. Так, так, так. Открылись ворота. Поехали. Едем, едем. Сваливаем. Сваливаем. Хороший вертолетик. Поезда, надеюсь, нет. Это один раз. А? Где-то был. Если ну-ка. Заночуем, мне потребуется мой вон мишка. Он, поезд. Один раз уже сбил. Меня так поезд. Я не так уж боюсь темноты, но Алоизи подумает, что я ему изменяю. Как-то Нидия Флорес подарила мне синего так, шкафа. Так. Алоизи ну и все. Ему. Оторвались. В смысле, не жирафа. Надеюсь, он там испотрошат. Думаю, он и правда такой. Что-то так, так, так. Его в развитии. Все американцы так часто ругаются, как и вы. Недавно я должен был сбить одного американца. Но его не доставили. И не то, чтобы меня волновало, ругался он или нет. Я просто делаю свое дело. Слить американцев? Ага, делаешь. Хочешь сказать, засунуть американцев в бочку и залить щелочью? Ясное дело. Те, что с пушками... Называют меня Пасолеро, Кашеваром. Так, Кашеваром. Я сейчас тебе покажу, как я тебя называю, кусок говна ты. Давай, тварина. Ты... Все, писю на стол и молотком Морец. По нему. Округ Корт-Джадж. Исчез по дороге с работы домой. Октавио Родригес, студенческий активист. Похищен вооруженными людьми возле бара. Бесследно пропал. Это ты и все виноват, тварь. Мирабель Кастро, учительница. Исчезла на КПП Единства в Санта-Крус. Я ее помню. Помнит кожа он. Кожа у нее была, как у ангела. В этой господи, папке, психи. Таких еще тысяч, только в этом году. Такие у психи. Была семья. Люди без ума от горя, что их близкие погибли. Так они уже были мертвы. Медаль считает у него разум ребенка. Вряд ли он понимает, о чем с ним говорят. Надеюсь, хотя бы память у него хорошая.
Руки отшибите, мне нахрен. Мне нужны имена всех людей, которых ты закатал в эти проклятые бочки. Пока всех не вспомнишь, ты понял? Да, окей. Так вы меня вернете обратно? Ага. Мне ведь надо работать. Ага, о, господи. Ну так, на сегодня пока все. Эти миссии мы сделали, главарей нашли и обезвредили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Покеда.